Всем привет! Сегодня расскажу вам про электронные зубные щетки для взрослых от компании Olirbo. Заказал я две щетки в двух цветовых вариантах, черную и розовую, это для меня и жены. Приходят они в твердой упаковке, на которой перечислены все характеристики гаджета. И запаковано все как будто это какой-то гаджет от Apple. Комплект поставки тут очень хорош. Помимо самой щетки, которая приходит в дорожном кейсе с двумя насадками, док-станция есть с метровым кабелем и еще дополнительно 4 запасных насадки для будущей смены. Эта комплектация крутая. Сама же щетка подойдет для всех взрослых членов семьи. Имеет небольшой вес в 119 грамм и потому ее удобно использовать не только дома, но и в любом путешествии или командировке. Она безопасна в контакте с водой, благодаря эргономичному защищенному корпусу. Смотрится гаджет стильно и дизайн мне нравится как в черном исполнении, так и в розовом. Щетины у насадок средней жесткости и выполнено все качественно, сразу видно. Прослужат, думаю, не один год. Сама же щетка имеет три кнопки. Нажав на круглую, мы включаем, либо зажав ее, отключаем работу щетки. А при работе щетки, нажимая на эту кнопку, можно регулировать режимы работы. Кнопка плюс-минус – это регулировка интенсивности работы, которая обозначается цветовой индикацией ниже. У гаджета есть три дополнительных режима скорости и 5 режимов чистки, и работает в диапазоне она 38 тысяч ударов в минуту. Первый режим чистки – это для обычной чистки зубов, для ежедневной. Второй – для полировки зубов. Третий режим – для чувствительных зубов, если у вас кровоточивость, тонкая эмаль или другие чувствительности. Четвертый режим – отбеливания. Он удаляет бляшки и пятна на зубах. И последний режим – это массаж. Интересен будет тем, кто хочет ухаживать еще и за деснами. Также при чистке зубов срабатывает индикатор через каждые 30 секунд. Он обозначает, что нужно сменить область чистки, то есть нужно перейти на верхнюю либо на нижнюю челюсть. Полная зарядка гаджета занимает 2 часа и работает он месяц, при том условии, что чистить зубы вы будете 2 раза в день. В целом, щетки классные, красивые, функциональные и стильные. Мне и жене понравились. Мне, если честно, в розовом цвете даже лучше нравится, чем в черном, хотя это вкусовщина. Удивил набор поставки, кстати. Так как это не первые у меня зубные щетки на обзоре, и прошлый раз в наборе было всего 2 насадки, а тут аж 6 получается. Хотелось бы, чтобы площадка для зарядки и щетка были магнитные, что ли, потому как если нечаянно задеть гаджет во время зарядки, то он точно упадет. Но это так со всеми электрозубными щетками, но все же. Кому интересно, ссылки я оставил в описании. Реально, гаджет прикольный, качественный, смотрится очень стильно и сразу видно, вещь не из дешевых. И как вы понимаете, устройством в целом доволен, буду пользоваться, а старую свою щетку кому-то подарю. Спасибо вам за просмотр, хорошего вам дня и увидимся. Вот еще напоследок хочу показать вам, как двигаются щетинки. Итак, у нас первый режим, это для обычной чистки. Вот мы запускаем. Вот, режим обычной чистки. У нас включена максималочка, то есть мощность на максимальную. Вот как двигаются щетинки. Думаю, вам видно. Потом, второй режим полировки зубов. Вот, тык. Режим полировки зубов. Потом, третий режим для чувствительных зубов. Вот мы его включили. И уже по-другому двигаются щетинки. Видно, что уже по-другому. Четвертый режим отбеливания. Четвертый режим отбеливания. Даже по звуку слышно, что он работает по-другому. И последний режим массаж. По звуку слышно, что работает в каждом режиме по-разному. Ну и плюс-минус. Минус. Отминусовали мощность. Приплюсовали. И выключаем. И он тухнет. Вот такие классные щетки. Рекомендую.